не понимаю, что? Клайп! Тебя почему? А, ну кстати, я помню, когда он на забеге с конем бегал. Иго-го! А, давай. Я хочу на это посмотреть. Сейчас. Лишь бы не убил никто сзади. Да ты иди в жопу! Просто по-мастерски пришел. Он бежит за мной! Наташа, спаси! А что я обалдел? Ударь его, ударь. Не хочу его бить. Давайте поспим, пожалуйста. Я тут хочу кое-кому отомстить немножечко. Надо спать, вы чё? Вы кто такие? Идите! Моё! Саша, ты что? Что? У тебя с жителями происходит? Да, ой-ой-ой-ой! Подождите, за нами голем подсматривает. Помогите, ну мне два жителя! О май. Всегда мечтал купить аккаунт, уже забаненный на Хайпикселе? Тогда скипай эту рекламу, ведь это не про нас. В нашем магазине ты можешь получить лицензионный ключ Minecraft, который ты можешь активировать на своем личном аккаунте, а также Discord Nitro и Optifine плащи. Copper Store. Исполняй свои мечты, покупая за гроши. Крейт! Крейт! Куда? Нет! Вернись! У меня же не глюки, да? Да нет, ты что? Вот он. Смотрит. Да куда? О, Хрейт! Там нету. Да вот он. Да это вот же. Не он. Да куда? Хрейт! Тебе показалось. Да нет, да не верю. Показалось. Все, я тоже схожу с ума. Я понимаю, что он твой любимый псих, как типа Харли Квинн и Джокер, но типа... Вот он, смотри! Да нету там вот. Никого. Да ты дурак, что ли? Да нету там реально никого. Да был, да ну! Хрейт! Ну вот он, этот жук красножопый, вот он! Да какие жуки красножопые, таких даже не существует. Есть! Ну пожалуйста, Хрейт, у меня сейчас истерика начнется, ну прошу тебя, Хрейт, ну вот же! Хрейтик, живой! Рауль! Меня зовут Рауль, здравствуйте! А, под землей, вытащите меня! Посмотри на него! Арбуз созрел! Да зачем ты это сделала, ты, Рауль? Арбуз растет, арбуз, посмотри на меня. Арбуз. Я хочу его за... Этому городу нужен новый арбуз. Наташа. Что? Рауль. Хорошо, что вы не знаете, в чем суть этого мема. Ты заставил арбуз бегать, ты что наделал? Это вот знаешь, там есть ученые, которые стараются как-то геномодифицировать. А, чё? Ты оживил арбуз, ты зачем это сделал? Я его оживил, чтобы его убить. Секунду, молодой человек, это полиция, остановитесь. Я тебя свечкой сейчас убью. Кошмар, каких неадекватов я позвал на стрим. Уберите его от меня! У меня есть фитнес-печка. Ой, фитнес-свечка. Зачем тебе свечка? На свечку. Уберите его от меня. Давай, ребят, пожалуйста, давайте выживать. На, пока вы. Я сейчас выживаю как раз таки, потому что если я тебя не убегу, я умру. Я вообще-то деньги в кредит давал. Блин. На меня кредит оформили, Хрейт. Нормально. Как же ты меня бесишь. Зато ты меня запомнишь. Да как такого, как ты, очень сложно не запомнить, понимаешь? Это не суть. Ты слишком... Я даже не знаю, как тебя описать, ты просто слишком в моей жизни. Ты тоже вызываешь у меня слишком бурю эмоций, большую. Ну, знаешь, Наташ, когда ты пишешь мне, я это... Я просто в шоке, и у меня такие эмоции меня охватывают, то что я просто забываю, как дышать, и, в общем... В общем, тебе я не задохнусь нафиг. Скажи честно, у тебя все больше и больше одна эмоция, да? Так как ты моя прям мама. Да, вот маме самое лучшее, во. Моё! Отдай! Мне шлем сломали, где шлем моя компенсация? Ты мой шлем сломал. Хватит, пожалуйста. Я не
могу. Я сейчас всех вас поцелую. Почему это сделал только я? Ну ладно, давай только тебя поцелую, стой. Ну стой. Уже поздно. Нет, стой. Грейт, иди ко мне, хочешь, я тебя расцелую. Нет! Я буду жить на корабле. Хорошо, ты будешь у нас пиратом. Пиратом у нас будешь, да, Грейт? Нет, все, я не буду терпеть такого отношения к себе. Прости, Грейт, прости, пожалуйста. Да, все, все, уже все. Сейчас арбуз вырос. Я переезжать. Нет! Вернись, пожалуйста, Грейт. Как же я, как же семья, как же дети? Меня не любят, я думал. Любят тебя, мы тебя все любим. Я люблю Грейт. У нас арбуз опять вырос. Арбуз. Пророс. Пророс арбуз. Здорово, брат. Пророс овощи проросли. Овощной огород. Овощи база. Я нашел. Что ты нашел? Смысл жизни. Зачем какой? Ты. Ай, я твой смысл жизни, Хэри. Да почему ты закапываешься? Зачем ты закапываешься, Хэри? Да я не закапываюсь, сейчас. Ты закапываешь мой смысл жизни, зачем ты это делаешь? Ради чего я буду жить, если ты закопаешь себя? Погоди, у меня другой смысл жизни, сейчас. Больше не его смысл жизни, Лир! Да, Лир! Да нет, Лир! Нет, нет, ты, всё! Ты, ты, всё, ты, ясно, ты, с ним, пошли, пошли, всё, пошли, вообще, всё. Да его, всё. Он на меня повернулся, как в пафосных фильмах от Марвел такой. Вот повернись на неё так же, давай. А вы знали, что во Франции голуби... Молчу, ладно. Что голуби? Голубей едят? Да. Я никогда в жизни не поеду во Францию. Хрейт, ты понял? А, да, понял, доперло. Я никогда в жизни не поеду во Францию. Поешь тем более, да? Да, поешь. Я уезжать отсюда. Не надо, нет, ты не уезжать. Только не во Францию. Наталья, а какая у вас девичья фамилия? Прекрасная? Да, Лазарева, что? Ну, прекрасная? Да. А что, к чему вопрос? Нет. Ну, у тебя фамилия прекрасная? Да, у меня прекрасная девичья фамилия, а что? Не, ну типа фамилия в паспорте прекрасная? Ну да. Ну там буквами написано прекрасная, не Лаза, ну все. Какая прелесть. Хрит, ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Мне очень, это я все, я сижу смущаюсь. Зачем? Я мем не понял, объясните мем, я не понял. Типа фамилия прекрасная. Кавычки вноси. Ага. И... Прекрасные. Ладно, ага. Костя, это слишком сложно для твоего мозга, Костя. Костя, куда ты делся? Где ты? А... Я в домике. Закрой двери. Типа смотри на него, Хрейт. Это, знаешь, что называется сейчас? Somebody won't told me they won't. Костя, вылазь. Это мой дом. Костя, ты почему ничего не делаешь, Костя? Я в туалете с иглобрюхом. Иди ты был. Ладно, оправдан. Оправдан, да. Что, что, что? Не-не-не. Тебя убивают? Не надо, пожалуйста, не умирайте, умоляю. Что? Я просто не хочу, чтобы мой друг умер. Сделай ему борщ. Борщ? Зачем ему борщ? Угар, ты любишь борщ? Да. Хорошо, я сделаю борщ. Кто не любит борщ? Все любят борщ. Элир, ты любишь борщ? Не, фу, борщ. Вот, есть человек, который так, не любит борщ. Втащите ей кто-то. Так, Элир, все, мы... Элир, у тебя есть покушать? Есть, давай-давай. Да, еды, пожалуйста, Элирчик, солнышко, да, еды. Еды. А, карташечка, что? Карташечка. Я съела вот Дашу. Вот я съела Дашу. Весомая, весомая. Нет, Даша. Блин, слово, как там Даша? Мы что, с ней давно не общались, надо будет узнать, что у них как дела. What's your name? I'm Diamond! О, ты нашел алмазы? Вау! Сколько? Целый один. Элир, сделай так еще раз, пожалуйста. Вау! Сейчас. Давай, давай, давай. Я что-то тоже охрипла. Вау, it's magic! Жесть! Иди озвучивай аниме. Хрей, ты когда возвращаешься домой? Не знаю, я на заработках. Как долго ты еще будешь на заработках? Пока я не заработаю столько, чтобы прокормить себя и тебя Элир. Элир, дочь, пошли, я сделала лодку. У тебя есть дочь? Да. Сеня моя дочь, сосиска моя дочь, Элир моя дочь.
Кто он еще? Ашан, моя дочь, ну, условная дочка. Приемные. Да не все приемные. Плыли мы по морю, ветер, мать, штурвал. Капитан красава с корабля сбежал. Та-та-та, я стоял на вахте и держал весло. Чем-то ушатало и меня снесло. Тут спрашивают, кто... А, кто это написал? Я. Какой мой мальчик. Мой. Мой. Все, пихик большое. Я требую, чтобы вы все приехали в Москву 20 какого-то там октября, и мы пошли смотреть ФНАФ в кино. Да, точно, ФНАФ в кино же выходит. Блин, я бы с радостью, честно. Пошли. Привет, у меня такой вопрос, ты точно не встречаешься с Нукзаром? Да, Костя, да выключи это! Нукзар, мы с тобой точно не встречаемся? Ну, иногда. Ну, в жизни, в смысле, да. В плане, ну... Ну вот в жизни, когда ты приезжаешь... Я приезжаю, да, мы встречаемся. Ну, типа, в жизни, да, поэтому все хорошо. Ну, иногда, я же говорю, он спрашивает, да. Реально или нереально, вот иногда, да. Ты опять это написал? Ты опять? Да! Мой. Давайте, напишите в чате, что Харит котик. Напишите в чате, что он хороший. Что ты делаешь? Да. Зачем? Ну, надо быть, как бы, понимаешь, ну, чтобы твой рост соответствовал. К слову, да, Элир ниже, чем я. Тогда погоди. А ты вот здесь, а ты посередине вставай. Все. Привет.